Здравствуйте, друзья мои! Сегодня хочу показать вам один интересный способ приготовления маринованных огурцов. Этот рецепт не мой. Я была в гостях у подруги, попробовала огурцы. Они мне очень понравились, и я попросила рецепт. Сначала, когда я его посмотрела, мне показалось, что там всего очень много. Много сахара, много уксуса, и я уже хотела начать экспериментировать. Но потом подумала, что эти огурцы понравились мне именно в таком виде, и я просто должна снять ролик и показать его вам. Расчет продуктов на 4 литровые банки. У меня получается примерно 2 килограмма 200 граммов огурцов. Для литровых банок огурцы лучше брать небольшие и, как обычно, для консервирования с пупырышками. Огурцы я всегда предварительно замачиваю на 6-8 часов в холодной воде. Я их не обрезаю. Если вам нравится обрезать, пожалуйста, это не принципиально. Для маринада в расчете на 1,5 литра воды мне нужен стакан томатной пасты 250 граммов, объем стакана 200 миллилитров, стакан сахара 180 граммов, 2 столовые ложки соли 70 граммов, 150 миллилитров 9% уксуса, душистый перец по 3-4 горошины на банку, чеснок 1-2 зубчика на каждую банку, зонтики укропа, если есть листья смородины, можно и без них. Когда я делаю маринад, я добавляю еще 100 мл воды, на всякий случай, на усушку и утруску. То есть в итоге я взяла 600 мл воды. Добавляю соль, сахар и томатную пасту. Ставлю на плиту. Помешивая, довожу до кипения и полного растворения соли и сахара. Когда маринад закипел, уменьшаю нагрев, даю ему минуту прокипеть. Добавляю уксус и выключаю нагрев. Оставляем маринад до полного остывания. Зонтики укропа, листья смородины, ошпарьте кипятком. Когда маринад остыл, я беру банки. Банки стерилизовать не обязательно. Достаточно хорошо вымыть. Выкладываю в каждую зонтик укропа, если есть смородиновые листья. По 3-4 горошины душистого перца. Чеснок. Можно целые, можно нарезать. И огурцы. Я всегда стараюсь те, что крупнее, класть вниз, чтобы наверх остались более мелкие. Старайтесь укладывать огурцы плотно, иначе будет много пустот, и маринада может не хватить. И заливаю банки маринадом. Если где-то немного маринада не хватило, долейте чуть кипятка. Теперь накройте банки крышками. Крышки я вымыла и прокипятила. И их нужно простерилизовать. У меня входит по две я буду стерилизовать. На дно я положила салфетку. Там у меня уже есть вода на комнатной температуре. И добавляю кипяток, чтобы доходило по плечике. Включаю нагрев, довожу до кипения. И стерилизую банки 10 минут. И когда время прошло, нагрев выключаю и банки закрываю. Эти банки я достану и поставлю оставшиеся две. На этом все. Все банки простерилизованы, я их хорошо закрыла, перевернула, чтобы проверить, все ли в порядке с крышками. И теперь я заверну их во что-нибудь теплое и оставлю так до полного остывания. Вот такие интересные маринованные огурцы у меня получились, и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита. Благодарю вас за просмотр. Если рецепт понравился, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им с друзьями. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!